По теме Навального я могу сказать, что у нас нет в стране ни законности, ни справедливости. А как вашу дочь зовут? Новикова Анастасия. Девочке было 19 лет, когда ее незаконно осудили. Сейчас я добиваюсь того, чтобы кассационная жалоба была все-таки рассмотрена Верховным судом нашей страны, Российской Федерации. И я не знаю, каким образом я в дальнейшем буду действовать. Просто в нашей стране уже невозможно стало жить. Такое впечатление, что страной правит маньяки. Я не знаю, кто из них там играет.